Обеспечить новый прорыв в развитии науки и привлечь к исследовательской деятельности молодежь. Такова главная цель созданного клуба ученых ГЛМ «Сырдарлары». Сегодня в Алматы прошло первое заседание нового объединения казахстанских академиков и профессоров, посвященное всемирно известному ученому-математику Умерзаку Султангазину. Он внес огромный вклад в развитие космической отрасли, укрепление научных международных связей. В разные годы Султангазин руководил Академией наук, Комитетом математиков, Федерации космонавтики и Институтом космических исследований. Разработал программы научных исследований для орбитального комплекса «Мир», когда на нем работали казахстанские космонавты Тохтар Албакиров и Талгат Мусабаев. Эти труды получили высокую оценку отечественных и зарубежных специалистов. Это был человек фундаментального исследований, но в то же время он обращал очень серьезное внимание на прикладную математику. Вот результат его прикладной математики – это теория дистанционного зондирования, это космические исследования в Казахстане. Сам создал, возглавлял Институт космических исследований в течение более 16 лет, основал научную школу. Сейчас успешно эта научная школа продолжает его любимое дело.